Это лето будет ярче. Алтайские дизайнеры заявили, наши девушки останутся в тренде. Уже завтра в Барнауле пройдет Алтай Fashion Week. Пока смотрят тех, кто и не думает закрываться. Приятно то, что ты, гуляя по Ленинскому, встретишь в любом случае кого-то в нашем бренде. Вероника представляет российский проект «Баймодно». Рассказывает, что с закрытием масс-маркетов продажи выросли на треть, в том числе и в Барнауле. Но это не стало поводом, чтобы поднимать цены. Мы сейчас отшиваем осень, и к летней коллекции, весенне-летней коллекции мы были уже готовы, у нас уже все закуплено. И если даже касаемо цен, то есть ценовая политика осталась прежней, то есть трудозатраты остались на прежнем уровне, ткани были закуплены ранее, поэтому вот мы не повышали. Всего 25 брендов. Модели выйдут на подиум в свадебных и вечерних туалетах, а еще представят повседневную и домашнюю одежду. А вот показ детский и мужской до сих пор скрыты от глаз журналистов. Всего в шоу задействовано более 70 человек. Это дизайнеры, стилисты, визажисты и в том числе манекенщицы. Наши дизайнеры следят за мировой модой, предлагают тоже свои варианты изделий. Поэтому нам есть что показать, предложить и одеть Барнаул. Нужно уже расслабиться. Наши последние события все настолько держат в напряжении. Алтай Fashion Week – это праздник моды и стиля. Здесь не только покажут тренды, но и расскажут о брендах, которые по карману. Билеты еще есть. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.